Недавно интернет облетело видео, на котором кошка спасает маленького мальчика от агрессивной собаки. Теперь же питомец по кличке Тара наслаждается всеобщим вниманием. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как на 4-летнего Джереми, который живет со своими родителями в Калифорнии, нападает собака. Она хватает его за ногу и стаскивает с велосипеда. Однако в следующую секунду появляется кошка, которая не только отражает атаку, но и прогоняет непрошенного гостя со своей территории. Это видео набрало уже более 21 миллиона просмотров. Теперь кошка стала объектом всеобщего внимания. Например, недавно она открыла бейсбольную игру в качестве почетного гостя. Перед матчем она вместе с хозяином сделала символический бросок мячом, после чего на поле вышли спортсмены. При этом зрителей на стадионе собралось в 3 раза больше, чем обычно. На открытие пришла вся семья, включая спасенного мальчика. Я как мать, каждый раз, когда смотрю это видео, у меня сердце сжимается. Все могло быть гораздо хуже без Тары. Мы просто ей очень благодарны. Владельцы кошки-героини говорят, что теперь животное наслаждается дома еще большими привилегиями, чем раньше. У нее появилось свое место на диване, отдельный собственный уголок на кровати. Мы все отлично проводим время, это необыкновенно. Зрители, пришедшие на игру, говорят, что поражены поступком животного. Мы пришли из-за кошки. Мы многие годы не приходили на игры, но сейчас здесь, потому что очень гордимся этой кошкой. Это кошка-телохранитель. Удивительно. Тара уже приняла участие в нескольких радиопередачах, а также была приглашена на телевизионное шоу.